Ребят, во сколько у меня птиц? Четыре гуси, три утки и девять куриц. И мы переходим к пчеловоду. Всем привет. Сегодня два ролика в день, это хорошо. Будем выводить деньги. У меня же уже терпение лопнуло. Я хотел 200 рублей вывести, но что-то там не получилось. Что, погнали выводить на Юмани кошелек, чтобы купить золотой пробой с Clash of Clans. Погнали. Вот, тут то же самое, как и пчесводе, там то же самое, только пчелки. Все, там больше ничего нет. Раньше ты должен баксы отправлять на пчеловоде. Ой. Эта игра создавалась в том, что ты зарабатываешь баксы, ой, жетоны, и отправляешь жетоны на баксы на пчеловоде. Вот так вот работало. Но разработчикам последней, получается, осень вроде бы, осени, в конце вроде бы, там обновилось, ты не отправляешь там жетоны на баксы, ты сразу же можешь вывести деньги на свои кошельки. А вот, вывести деньги, вот так вот, наверное, будет на начальном этапе. Скажите, пожалуйста, если вы новичок, скачайте пчеловод, ой, птицевод, и скажите, такие же суммы для вас. Если для хорошо, то все, наверное, пользователи, кто скачали игру, такие 20 рублей. Они было 300, не надо шутки по 300, пожалуйста. Но самое большое это вывод на Сбербанк. У меня Сбербанка нету. На Пейлер там ничего меня нету. Потому что я выводил на Пейлер кошелек, потому что там киви есть, ты можешь здесь, но зачем, если есть киви, там еще комиссия будет, непонятно. А Сбербанка у меня нету, зачем? Вывод телефон можно, но я не хочу, хочу вывести на Юмани. А вывод на киви, наверное, не получится, потому что киви забрали лицензию, поэтому ты не можешь вывести из киви и пополнить из киви. Представил? То это без это видео, только звук включить. Прикол. А вот, я пошел на вывод на Юмань кошелек. Погнали. Сейчас. 19.80, 19. 19.80. Ставить. Вот. Вывести. Вас пришел 190 рублей. 198 рублей. Где-то 4 минуты. 4 минуты всего лишь подождать. Но думаю, вы думаете, это был мгновенный вывод. Ну, потому что игроки-то миллионы. Даже больше миллиона играют. Поэтому администрации не могут выводить мгновенно. Вот на Пэле можете выводить на мгновенно. А у Сбербанка, Киви, Юмани там от 3 до 5 минут. Там админ сказал в телеге. Вот, давайте. Вот, 8 марта, 16.28. Выводит. Хорошо. Спасибо, выводит. Красавцы, опять. Всем пока. Подписываемся на канал. Реально, 2 недели не было. Язык ухудшается каждый днем. Ну ладно. Всем пока. Подписываемся на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчики. Всем пока. С праздником, дорогие женщины. Желаю вам любви, счастья, здоровья. Ну все. Всем пока.